Анонс и точность до выхода четвертой серии турецкого сериала «Дикий». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 3 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Серхан нашел Ямана и вместе со своими людьми очень сильно избил его. Когда Яман находился дома вместе со своими друзьями, то неожиданно двери стали стучать. На пороге Яман увидел своего дедушку Эшрефа, Али. Яман сказал, что он никуда не пойдет, и его дом здесь, а эти дети его семья. Но затем Яман услышал голос своей матери. Неслихан крепко обняла своего сына. Ямана привезли в особняк, и он был весь изувечен. Серхану ничего не оставалось, как смириться с этим. Только он не понимает, как теперь все будет. Неслихан ответила, что определенно не будет сложнее, чем отсутствие ее сына. Она стала говорить своему сыну, что они не станут заставлять его отказываться от Ямана. Единственная просьба к нему, чтобы Яман принял, что он и их Али. Такой поворот событий и возвращение брата совсем не нравится Алазу. Он решил организовать в честь Али незабываемый день рождения. Он собрал компанию уличных детей и поприветствовал всех гостей. Затем Алаз напомнил Яману, что тот дом и его, и там находится его семья. Пока Яман не уйдет вон из их жизни, Алаз не позволит ему забыть, откуда тот пришел. Эти слова очень не понравились Яману, и он со всей силы ударил Алаза. Ему бы никогда не хотелось иметь такого брата, как Алаз. Четвертая серия сериала выйдет в эфир 3 октября. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.